Что заключаем? Контракт. Контракт. Дело хорошее. Золото, бриллианты. Очень важный с турнирной точки зрения матч. Играют Русал и Тинькофф Банк. У Русала после 9 матчей 20 очков. И если выиграют сейчас, могут вернуть себе первую позицию в первом дивизионе. Еще будут иметь встречу в запасе по сравнению с Гарант Энерго, который пока является ближайшим преследователем. У Тинькофф после 8 матчей 11 очков. Первое место в втором дивизионе. И надо на нем закрепляться. Входить в отрыв от ближайших преследователей, коими являются Нордеа, МТС-банк и Московский кредитный банк. Вот у Тинькофф 8 матчей 11 очков. У МТС после 6 игр 9 баллов. То есть МТСовцы, если удачно сегодня 2 матча проведут, то догонят и обгонят Тинькофф. Так что сегодня ничейные результаты Тинькоффу допускать нельзя. Тинькоффу еще играть сегодня с Колмусом. Матч, который тоже очень непростым обещает быть. Зычук вперед прошел, вынужденно остановился, когда увидел, что его атаку не поддерживают. Бляков. Тинькофф сегодня 5-0 MetLife разгромил. И сейчас вот вторую встречу проводят. Русал в ничью сыграл с Колмусом 0-0. Конечно, много было сил потрачено в том поединке. Ну, вроде бы ничего не предвещало сейчас беды для Тинькова. А тут такая передача прошла через все поле, и нападающему вратаря удалось перекинуть. В общем, выходит Русал вперед. 1-0. Тинькофф продолжает мяч контролировать. Но ничто их не страхует от того, чтобы пропустить контратаку. Так что слишком уж тоже заигрываться у чужих ворот нельзя. Музычук! Очень сильный удар.
Нарушение Тинькофф по фолам 1-1. Дают развернуться игроку защитники Тинькофф. Бьет Музычук. Вратарь успел ногой мяч отбить. Очередной удар Музычука. Здесь удача помогает стояться голу. Тинькофф сравнивает счет. 1-1. Серия случайностей к этому привела, но главное — результат на табло. Сам споткнулся, 19-й номер, оказался в результате на паркете, но на судью не посматривал, поэтому здесь не приходится говорить об умышленном падении в надежде на пенальти. Штанга после удара Музычука. Выход вратаря Тинькофф. Никого нет на ближнем к нам фланге. Надо продолжать игру. Удар и без шансов для вратаря на последней минуте первого тайма. Руслан возвращает себе преимущество в счете. 2-1 у нас. Провалилась оборона Тинькофф.
последние секунды первой десятиминутки. Что ж, видимо, все самое интересное. Развязка этого матча, в частности, нас ждут во втором тайме. Его ждем. Второй тайм. Еще 10 минут играть Русалу и банку Тиньков. Счет 2-1. Русал 2 мяча забил. Тиньков 1 гол. Ну, каким-то непонятным до конца образом, но вымучил. Нарушение правил. Фалит Куликов. Ну, можно сказать, что начало второго тайма остается за Русалом. Рядом со штангой. Рентьев. Еще один аут в пользу Тиньков. Просит 5 метров. Мяч попал в потолок. Снова аут. Слишком долго вводился мяч в игру. Время вышло. Терентьев в отборе, и Куликов ему помогает. Кучков пограл соперника. Кузычук скорость набирает. Фалят против Музычука. Второе нарушение у Русал. Не получил с толком штрафной. Главное сейчас не получить контратаку. Контратака уже идет. Главой в исполнении Русала. Очень близко к забитому мячу.
Третий фол. Меньше 5 минут до конца. Тинькову нужно срочно спасать положение. Что, было нарушение или нет, нужно проверить. Да, фол был, четвертый фол. Музычук. Процентов 80 атак идет через него. Ну, не быть, по крайней мере, сейчас второму автоголу от Русал. Большими силами Русал отправился на чужую половину поля. Такие же действия сейчас от Тиньков. Тайм-аут берет Русал. Минуту 40 секунд нужно командам доиграть. Надолго мяч завис в воздухе. Хоть пляжный футбол начался у нас. Терентьев мяч отнял в чужой штрафной. Thank you.
пятый фол у Тинькофф за 59 секунд до финального свистка. Так, смотрим штрафной. Вратарь становится героем эпизода. И снова вратарь спасает. Заигрался Музычук, не стал делать передачу. И вынужден поплатиться за это Тиньков еще одним забитым, точнее пропущенным мячом. Секунд. Много за это время уже не придумаешь. Но порадовать себя еще одним забитым было бы неплохо. Зарядиться дополнительно перед матчем с Колмусом. Штанга спасла ворота Русала, и звучит финальный свисток.